Прошедшие выходные запомнились всем жителям Кубани теплыми солнечными днями. А воспитанникам Славянской конно-спортивной школы «Изумруд» еще и участием в заключительном этапе первенства по конкуру «Золотая подкова». За техникой исполнения славянских наездников наблюдали наши корреспонденты. У славянцев есть любимое развлечение – соревнования по конкуру. Любовь к лошадям у них в крови, а казачьи забавы радуют, вдохновляют и, конечно, заставляют еще лучше трудиться. Как говорится, делу время, а потехе час. С каждым годом растет количество соревнований в конно-спортивной школе «Изумруд». Ширится география их участников, а значит, растет престиж района. Не исключение и октябрь этого года. В минувшие выходные прошли соревнования по конкуру «Золотая подкова». Хотелось бы привлечь внимание к конному спорту, чтобы он развивался, что у нас все-таки как бы казачий край. И губернатор на это указывает, что это казачий край. И надо привлекать больше и больше людей, детей к этому очень красивому, очень такому, можно сказать, доброму виду спорта. Действительно, Кубань – казачий край, а значит, здесь особое отношение к лошадям. Поэтому за развитием конного спорта стоит и возрождение традиций, и воспитание подрастающего поколения. Конно-спортивная школа «Изумруд» работает уже около 18 лет. Сейчас в ней занимаются более 30 воспитанников. В этот день в соревнованиях приняли участие как самые юные всадники, так и опытные спортсмены. Вот так ловко юные скакуны преодолевали препятствия на своих лошадях. Болельщики искренне переживали за каждого участника. Лишь бы лошадь не сбила барьер, лишь бы дошла до финиша. Увы, было и то, и другое. На трибунах волнение царило ничуть не меньше, чем у юных спортсменов. И все болельщики радостно аплодировали, когда лошадь, повинуясь наезднику, благополучно проходила маршрут, укладываясь в норму времени. Виолетта Волочаева – одна из самых молодых спортсменок. 3 года она буквально прожила на ипподроме, отдавая все свободное время тренировкам. Ее скакун по кличке Гарлев – умный и преданный друг, с которым, по признанию Виолетты, легко работать. Хороший, прыгает, то есть такой, на управление, то есть такой хороший. Ну, иногда кусается, бывает, то есть такой немножко противный, но я его люблю. Еще несколько лет назад конному спорту уделялось не так много внимания. Но за последние годы к нему значительно вырос интерес. Стиль ведения тренировок вышел на новый профессиональный уровень. И кто знает, возможно, в будущем славянские наездники будут достойно представлять наш район на различных соревнованиях конного спорта. Ведь вся необходимая база для этого есть в конно-спортивной школе «Изумруд», где для каждого желающего с радостью распахнут двери. Надежда Калинина, Александр Косицын, программа «События».